Нам главное, чтобы ДБД наш работал. Все. Знает, я думаю, здесь особо никого не интересует. Да. Мне что-то не зашел, я сколько пытался в нее играть. Пытался, и так он мне не зашел. Так я и не смог в него действительно сесть и играть. Это скучно становится. Хоть и вроде там классно все, интересно, красочно, но что-то такое. Видите, мы с вами, если не идем искать, мы тупо даем ген в первые минуты. Вот и все. А челы не дают гены. А если за нами приходят, то они не дают. Ай, тут чеки нет. Ну, хотя бы зачиним его на 80, на 90. Вот это. Хоть мы его и не дали сейчас. Блин, не мог прыгнуть. О боже, ну и такой хит от сраного, блин, духа. И чертик сейчас. Один долбанный скилл-чек. Да блин, ну чертик, чертик. Ой, чертик, ожерелье сраное, господи. Ай, тупо, вот, ну не хватило буквально пары процентов. Ну что ж, ребятки, такое-то. Тупо не завели. Третья печать это еще. Что делать в такой ситуации? Ни хрена же это же не сделать. И все. За ДБД. Уан. Уэн. Спасибо. Уэ. Привет, мужчина. Уэ, привет. Здорово, дядя. Как же тут? Дяденька, мужичок. Кайфового настроения. Чилинг-шат Эдуардушки. Сыграть всего с одним перком. Перк выбирай сам. И уйти последним куда угодно. В ворота или люк. Давай, снимай, похиль меня, пожалуйста, похиль меня. Здорово, мужичок. Уэ, спасибо. На житоху, да потихонечку. Так, ну давай челлендж вместо. Сыграть все с одним перком, перк выбирай сам с одним перком. Идти последним куда угодно, ворота. А именно последним? Так, последний выживший, может быть, перк. А можно же предмет взять, ключ, например. Ну, давай попробуем. Так, что тут у нас? Надо заводить. Спасибо, это главное. Спасибо тебе за поддержку. Ой, блин, я думал, челлендж хант какой-нибудь сейчас сыграть, например. В ханте никто не кидал челленджи. Было бы круто какой-нибудь в ханте челлендж выполнить. У нее ожерелье, ребятки, это имба просто, тупо имба, ожерелье конченое. Ну, ее даже не слышно, когда она двигается. Это настолько имба. Скорее всего, мы тут не вывезем, и тотем еще стоит. Где-то, у нее что, 3 тотема было? Я видел, что 2 тотема и сломали уже. Бред какой-то. У нее, наверное, пожирание надежды еще было. А, я пойду, пожалуй, отсюда. Она пешком идет. Лучше снимать его. Блин, да вы снимаете его и без часов, наверное, еще так быстро. Ну зачем? Блин, сраные эти снимальщики. Ну что ты делаешь, алло, Доди? У меня осколка даже нет. Он просто по фану отписает. Он не понимает, что она вернется. Что она придет чекать тотем. Ну что это за глупость-то несусветная? Алло. Раненым тупо сидеть стонать против духа, который даже на 20 метров не дошел. Алло. С ожерельем она. Гениально, нахер. Так, гоу снимай. Ботики начинают заниматься снятием. Ноль генов дали. У нее порча еще. Почти азарт. Ноль генов, ребятки, ноль. Ну мы один дали, в смысле. Че ты здесь стоишь? Ты дурачок?
Видимо, да. Так, сейчас надо не забыть челлендж с одним перком. Напомните, ребятки, пожалуйста, а то я могу... У меня может из головы вылететь. Так охотчий азарт, он остался... Нет, не один остался. Еще же два... Ну, еще обычный тотем. Да, два тотема где-то, еще один. Что-то опять сломали, сейчас посмотрим, что. Нам ведь охотчий азарт тоже должен подсвечиваться тотемом справа. Минус один чел уже есть. Ну да. Остался у нас... Ну, Хекс Руин остался на генике. Они сломали охотчий азарт. Сломали где? Здесь или я что-то не заметил? Я слышал звук, но не заметил, где сломали. Это сколько? У нее уже 3, у нее что, там 4 или 5 тотемов? Реально, она с ума сошла, что ли? Но, тем не менее, это имбарин, и у нее ожерелье, она тупо у нас разваливает. Все, может, сюда вполне прийти. Тупо изи. Может, не идет. Жестко. Это мы с вами умудрились вначале дать один денег, потому что она к нам просто не приходила. Мы, кстати, чуть не успели, конечно, но почти. Да, конечно. Смотрите, что задумала. Ну-ну. А можно, видите, можно и обмануть духа с жерельем. Ну, ну чё, серьезно, она пришла на этот тотем, который... Вон, этот ген, который мы с вами пытались какой-то веки завести опять. Она приходит под самый конец, меня так это напрягает, а? На самом деле надо молчать, ребятки, и... Тупо слушать ее шаги, иначе ГГ, блин. Она прям грамотно делает. Топает, топает. Слышали? Вот поэтому нельзя отвлекаться. Говорить что-то, надо именно слушать. Видела, да, наверное, да. А ну, чуваки там позаводят, я надеюсь. Чуваки на той стороне заводят. Уходим дальше, ребят. Блин, не обмануть ее, видите, она не стала ломать. Потерял опять. Тихо, тихо. Нормально, слушайте, мы вообще живем с вами вроде фринта, неплохо, да? Блин, а что они здесь заводят гены? А нас главное именно около наших этих генов нашла. Да, да. Странное нубище поганое. Так, уходим туда, обратно на наш. Даже не хитануло ни разу, офигеть. Блин, и мы... И мне они ничего не дали за это время. Ну, прикиньте, как обидно. Спасибо, кто-то. Да, такое уже делали. Блин, ну почему так она приходит именно туда, где я пытаюсь завести генератор? Мне так от этого бомбит, я не могу. Почему не... Я не могу завести сраный ген. В чем, блин, причина? Хер ли она постоянно сюда прется? Вот здесь почти целый норм. Это охереть, ребят. Спасибо кто-то за донат. Вообще дичь какая-то. Кстати, неплохо мы ее раскатали-то, смотрите. У нас, по сути, осталось 1,5 гена завести. Привет, Руслан. Осталось там 1,5 гена. Сучий дух, к сожалению, не может поймать даже.
Кушаем топ. А не слышно. Если она будет топать, я не слышу. Она не топает. Давайте, чел, заведи еще один ген. Почему так медленно вы заводите? Мы с вами отбегали и завели тут так много. Они что-то ничего вообще. Неужели треугольник остался? Раз. Ген там, что ли, в углу еще один? Еще один где-то там. Хер его знает. Вон ген, да. Пустой, нулевый, здесь нулевый. Блин, а что они не могли заводить вдвоем-то разные гены? Может, у него... Да я иду снимать, что это? Странная херня, да? Вот там, наверное, где-то ген, откуда он бежал. Почему они... Я очень... Не понял, конечно, я только один вот этот, я слышу. Слышал, они заводили... Ой, пипец, ребятки, что это, блин? О, это ГГ. Теперь она, я думаю, нам не даст так отбегать. Жестко. А ну ты, с той стороны, вот я думаю, да, да. Не может вообще, да? Не, тупо угадывает. Блин, да, вот этот ген здесь. Жестко, да? Че, последний, да? Они там, наверное, заводят, а мы будем здесь потеть. Тогда давайте дальше здесь потеть. Что-то они бегают по карте. Топ-мансы против Ринма, почти не бухман. Ты же говорил, я нубас. О, вообще, двадцатка. Они что делали? Алё, блин. Откуда вы здесь взялись? Вот так вот ожерелье имба. Просто имба. Видите, именно нас, блин, схватило. Unlock. Ну, эти дотики не понимают, что им делать надо. Он не перетягивается, не чинит другой ген. Они просто вот здесь будут торчать теперь сидеть. Это такая херня. Они такую глупость сделают, офигеть. Да давай перетяни стычини ген другой, или этот хоть подзаведи. Боже, что же вы творите? Она вернется? У меня осколок так-то. Не, каточка, ребятки, крутая. Можно на ютубчик даже ее вырезать. Так-то, да? Хорошо, хорошо. Вроде в ринг годно зашло прям. По шикардосу, как должно быть. Короче, надо идти на другой ген, это забейте. Это то... Оно, кстати, хорошо растянуты гены по всей карте. Блин, она нам иначе так. Надо, чтобы они немного пробегали, чтобы мы успели тот зачинить. Где, 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 где? А здесь одиночный ген. Блин, тупо. Тупо, что вот эти эйсы, они тупят. Они не понимают, что надо растянуться и тянить, чинить разные. Они бегут на один генератор, сняли там друг друга и бегут на один ген. Я вот этого вообще не выкупаю. Кстати, долгая катка такая. Против Рина, это, по идее, вроде такой Рин, мы должны были слиться вообще там на 5-4 генах. Мы так-то можем завести. У нее, наверное, еще и чили плюс ко всему будет. У нас с вами последнее повешение, да? А может, она тот ген контролит тупо и все. Я мог бы заводить, по идее. Блин, они снимают. Нет, она здесь, ребятки. Да, блин, ну все. Что, нам ГГ с вами. Ну она какая-то такая синяя. Она будет тупо нас.
теперь она будет нас слышать. Классный орех, хит в орех, шикарный просто. Она будет нас... Ну что вы ты делаешь, Додя? Заводи ты ген, госп. Она меня не поднимает, она думает, что у меня осколок. Алло, у меня еще нет осколка, чел. Уже кончился. Блин, ну что ты делаешь? А-а-а! Заводите сраные гены. Да, без железной воли тут, конечно, делать нечего. Ну, либо мы здесь умрем, она к нам придет. Опять. Блин, вот там не она была, мне кажется, я видел ее волос. Либо тот чел заведет, либо он умрет. Мы заведем. Все, давайте. Стояк, кстати, так и не дали поюзать. Они вот бегут спасать, вместо того, чтобы заводить ген, они идут спасать, и в итоге от стояка моего толку нет. Я хотя быстро сам подхиливаю зато. Давай, Додя, давай. Сейчас батлбокс наконец кацкий зашел, да, было бы быстрее. Это людям больше депешку. Ну да, чем мансить, чем чинить, если можно поснимать. Блин, должны завести успеть. Успеем. Надо сейчас не мазать. Но она меня слышит, я говорю, да, воли нет, это, конечно, ГГ. Мы там с вами бегали просто потому что... О, бой. Одна запись. Просто потому что она нас не била. Один хит, все. Без воли ГГ будет. Все, она теперь тупо будет от ворот к воротам гонять. Может, у тебя был ключ? Додя, где ты упал-то? Может, ты таскал с собой ключ? Так, а что, может быть, попробуем найти ключ? Почему бы и нет? Или найти этого чела, похилиться вдвоем, а потом открывать? Просто без воли нам реально ГГ сразу же будет. Чел, где ты? Вот давай с тобой похилимся. Без воли она нас сразу услышит, там все. Там никаких мансов не получится, тем более против жилет. Смотрите, сколько досок-то хороших осталось. Блин, нам бы с ним встретиться. О, давайте здесь. Вон он. А он у ворот уже, да? Это же ворота. Че он там бегает? Он что-то там бегал. Смотрите, она... На победку будет играть, да? Решила на победку катать. Блин, вот сучары. Ну так еще ворота дебильно заспаунились рядом друг с другом. Да. Чел, давай ливай я в люк. А люк еще тоже где-то там, похоже. Я его не вижу тупо. Ну я не вижу люк, он где-то... В каком-то скрытном месте появился. Вот здесь сюда, дядя. Нам бы целиком отхилиться. Она может открыть ворота и запустить коллапс. Давай запускай коллапс. Мы с ним, если вдвоем похилимся, у нас будут какие-то шансы открыть ворота. Хотя бы, чтобы один вышел. Без такие потные катки, да, потеть. Против духа. С ожерельем. Минут 20, да, наверное, катка уже. Блин. Нам надо перетягиваться на другой конец. Пиши. Валим нахер. Она уже ожерелье стопуда, уже юзает способность, фиксируйте. Давай. Ребятки, так вы когда-нибудь так, ну, вы делаете так? Я на самом деле забиваю, мне проще умереть. Но такая потная катка, раз давайте попробуем, может, допотеть до конца. Я обычно таким не занимаюсь, я все сливаюсь тупо и все, а тут настолько потно, что можно попробовать вывести. Сколько катка? Минут 20, да, длится. Сейчас пойдем еще челлендж с одним перком выполнять. Так, все, найс. Понял меня он. Не, дядя, ты на те давай, я на эти. Он тут. Опа, а вот и люк, ребят. Блин. Вот. Пипец, такие. Как я не знаю, ниндзя, спецназовцы.
Как нас можно назвать? А где она ищет? Ее не слышно вообще. Тихо, как раз туда пошла, походу. Надо дать время ему открыть. Блин, жалко щупальцы. Лезет, лезет. Щупальцы не видно, он по щупальцам бы видел, что я бегаю. Тогда было бы изи, гораздо проще. Пора бы доски сломать, чел. Интересно, он успел? Или он зассал? Да он зассал, ребятки, он не открывал. Вы понимаете? Привет, Яна. Вы понимаете, он не открывал, серьезно? То есть я там при ней открывал, он ее даже не видел и не слышал. И он зассал и не стал открывать. Ты серьезно, чел? Блин, да она здесь ходит, откройте уже ворота, алло, блин, Доди. Долбанный Доди, ну, ребятки, ну посмотрите на этого дурачка, ну в смысле, блин? Ну че он, че? Ну что с ним не так? Че ты, сука, здесь стоишь? Это просто забейте. Он тупо сыт, он не открывает, он сыт. Это пипец. Ну все, я умираю теперь. Да как? Блять, такой ты нубас, чел. Просто ты овощ. У меня слов нет просто. Какой ты овощ. Пиздец. Просто нет слов. Он не может просто взять и открыть. Просто взять, подойти и открыть. Он не может. Блин, может лучше его убьют, а я пойду встану и открою ворота. Забейте. Что он не может взять и открыть ворота. Да не надо, не трогай меня, блин. У меня стоячок тут, дядя, держу в курсе тебя. Я не использовал всю катку его, прикиньте, только сейчас он... А этот все равно не будет, он все равно будет встать, фиксируйте, он не откроет. Все, я поселил. Это он пошел на люк. Это просто, ребятки, овощ. Просто поганый овощ. Могли затащить, да? А этот овощ взял и не стал просто открывать ворота. Когда я пытался бегать от него там. Лучше бы я пошел на эти ворота, он бы пошел на те. Он бы там откис, а я бы открыл эти и вышел бы. Все, изи было бы. Да, он на люк встал и стоит. Надо быть такими нубами. Блин. Жалко, да? Так, ну бас. Пойдем. Типа, у меня теперь все. Без воли, ГГ, мне не открыть ворота. Ну, псикулявый, да. Давай, иди за мной. Вон этот Доди. Я прямо к нему ползу. Давай. А он ворота может открывать сейчас. Типа, мог бы открывать. Ман подумал, что он ворота открывает. Ползи, пусть она найдет его. Да, это тупо. Мы с вами заслужили выйти. Мы очень хорошо отыграли эту игру. А не вот этот Доди. Он уже мог 100 раз открыть. Он 100 раз просто мог открыть ворота. Лови, лови этого нуба. Ну опять в орех, меня набьет, блин. Давай, убей. Он в шкаф залез, в шкаф. Убей уже этого Додю. Блин, ребятки, я на люк пополз, подождите. Как она его не нашла-то, блин? Найди его и убей уже. Блин, ну поймай ты его уже. Повесим и уйдем в люк, будет все идеально. А, у нее здесь... Да, давай. У нее если чили, конечно, то это ГГ. Если чили... Давай, давай, вешай его. Блин, я не успею. Доска эта не сломана. Мне придется ползать вокруг. Я не успею. Блин, ребятки, почему я так поздно об этом подумал? Я бы уже сейчас был на люке, вы же понимаете, да?
Я уже был бы на люке и вышел бы. Не, я тупо не успею. А у меня просто жизни не хватит. Блин, ну почему я об этом не подумал раньше? Давай, давай, давай. Нет, я не успею. Сука, люк умер. Если бы я раньше пополз, я бы выжил, вы понимаете, прямо у вентиляции. Блять, офигенная катка. Слушайте, вот это круто, реально. Такие редко бывают. Две капли мы получили. Это кто был? Вот этот, да? У него был. О, у него был шкаф, там перки шкафы. Господи, какой нубас. Просто какой же он был нубас.